30 мая Каспийск собрал участников открытого первенства города по дзюдо среди младших юношей 2012 и 2014 годов. Ребята выступали в 10 весовых категориях. Всего на татами выступило около 200 участников. Организаторами мероприятия выступили Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма совместно с Федерацией дзюдо. Соревнования приурочены к Международному дню защиты детей. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней от Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма.